Здравствуйте! Это программа «Наши новости» в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Печальный вердикт экспертизы. Завтра похоронят барнаульских детей, которые погибли на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». По принуждению или по велению души? Почему некоторые студенты-медики отказываются работать участковыми терапевтами в селах? Нихао-шу. В день китайского языка узнаем, почему все больше земляков стремятся изучать самый сложный язык в мире. Начнем выпуск со скорбной новости. Завтра состоятся похороны барнаульских детей, которые погибли на пожаре в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Накануне ДНК-экспертиза подтвердила, что тела принадлежат Арине и Егору Сидоровым. В Кемерове жил их папа, к которому брат с сестрой регулярно приезжали в гости. Отец детей тоже погиб. Губернатор края Александр Карлин распорядился выделить 2 миллиона рублей в качестве материальной поддержки матери погибших детей. Похороны состоятся завтра на одном из кладбищ краевой столицы. А вот по факту нанесения химических ожогов барнаульской школьнице следователи сегодня возбудили уголовное дело. Напомним, семиклассница возвращалась из школы домой. Когда она проходила под окнами своего дома, кто-то плеснул ей в лицо кислотой. Девочка получила ожоги лица. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц. Несовершеннолетней пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу. Отметим, что виновнику происшествия грозит до 8 лет лишения свободы. Алтайский Минздрав озадачился решением проблемы дефицита участковых терапевтов. Врачей общей практики сегодня остро не хватает ни городским, ни тем более районным больницам. Но почему-то предложение, которым пытаются привлечь студентов на данную специализацию, не всем молодым специалистам по душе. В этом вопросе разбиралась Анастасия Дороган. Собрание о будущем. Студенты-выпускники без 5 минут медики с первым дипломом внимательно слушают о пока еще новой процедуре аттестации. При успешной сдаче сразу после 6 лет учебы в ВУЗе, а не 8-9, как для врачей узкой специализации, можно пойти работать. Но только врачом общей практики, участковым терапевтом. Начать работать участковым терапевтом или терапевтом – это самое оптимальное, потому что вы приобретете большой опыт, вы выработаете собственное клиническое мышление. Олеся Николенко – яркий пример. Участковый терапевт ЦРБ Первомайского района. Стать им не мечтала, но проблемы со зрением закрыли путь в хирургию. Сейчас принимает по 25 человек в день и увлечена аналитической работой терапевта. Терапевтический профиль охватывает все. Охватывает и область головы, и область живота, и область конечностей, и грудную клетку. То есть как бы здесь есть возможность подумать, поразмышлять, что-то посоветовать, от чего-то уйти наоборот. Первичное звено – это большая ответственность. Ее готовы взвалить не все. Так начальник одного из отделов Минздрава края Тамара Коростелева объясняет непопулярность терапевтического направления. Хотя по официальной статистике краю не хватает всего 7% таких кадров. У нас острого дефицита в участковых терапевтов нет по общей численности населения. А когда мы оцениваем именно с учетом потребности на местах во врачах участковых терапевтов, как, конечно, уже у нас есть этот дефицит вакантных должностей участковых терапевтов 97%. Специалист объясняет, за несколько лет нехватка терапевтов сократилась благодаря программе «Земский доктор». Она материально поощряет тех, кто после вуза готов 5 лет отработать в селе. Задержится ли большой вопрос? При серьезной нагрузке зарплата примерно 15-20 тысяч. В участковые терапевты идут еще и те, кто не поступил в ординатуру, где ограничены места. Либо целевики, чье обучение оплатил район в надежде, что в будущем пополнится специалистом. 2 года назад я захотела стать кардиологом, это моя мечта до сих пор. Вот. Но так как Минздрав не отпускает, и главврач тоже не хочет отказываться от меня, потому что боится Минздрава, вот. Поэтому я еду терапевтом, собственно, поэтому вот, отучившись 6 лет, я не могу стать тем, кем я хочу. Если бы Жанна отказалась вернуться, ей пришлось бы частично компенсировать деньги, затраченные на ее обучение. Кстати, сейчас Госдума рассматривает проект об еще большем ужесточении закона о целевом обучении и полном возмещении оплаты. Проект уже во втором чтении. Ограничений становится больше и, как следствие, терапевтов тоже. Но студенты уверены, что работать врачом той или иной специализации нужно не по принуждению, а по велению сердца. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости.
А вот в одном из частных домов в селе Косиха сегодня ночью погибло 5 человек. Причина тому – пожар. По сообщению Следственного управления Следственного комитета, люди погибли от отравления угарным газом. На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительная причина пожара – поджог. Известно, что в доме находились местные жители Косихи. Это 2 женщины и 3 мужчин. Все они социально неблагополучные. По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 23-летний местный житель. Предварительно установлено, что между подозреваемым и погибшими произошел конфликт, в результате которого мужчина поджег дом. В ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В крае приступили к реализации задач, которые были сформулированы в послании президента Владимира Путина. Сегодня в Бийске представители партии «Единая Россия» провели первую дискуссию с жителями. О том, к чему пришли участники форума, расскажет Евгений Плохотин. Движение вперед! Бийск, второй по величине город Алтайского края, положил начало партийным дискуссиям. Сегодня подобные мероприятия проходят по всей стране. Основная миссия – разработать конкретные предложения по модернизации и обновлению партии. Сформировать планы первоочередных действий по выполнению тех задач, которые были озвучены в послании президента Федеральному собранию. Мы сегодня поддерживаем данное послание и готовы и вместе с президентом, вместе с российским народом формировать будущее нашей России. Сегодня в Бийске работали 2 дискуссионные площадки. Одна была посвящена развитию образования, вторая – формированию комфортной городской среды. Темы выбраны не случайно. В своем послании Владимир Путин подчеркнул, что нужно создать современную среду для жизни, преобразовать города и поселки. Главное, наверное, вовлекать все свои общества в решение поставленных задач. Тогда будет консолидация общества, тогда будет совместная работа, направленная на решение вопросов дальнейшего быстрого динамичного развития нашей страны. В прошлом году в нашей стране стартовал масштабный проект формирования комфортной городской среды. В Алтайском крае были капитально отремонтированы сотни дворов. И это не разовая акция. Благоустройство будет продолжаться на протяжении нескольких последующих лет. На площадке, где обсуждались вопросы образования, были затронуты темы нехватки педагогов, заработные платы, материально-техническое оснащение учебных заведений и многое другое. Подобные дискуссионные площадки пройдут и в других городах Алтайского края. После чего в Барнауле состоится заключительный региональный форум, где все поступившие предложения соберут воедино и сформируют резолюцию, которую направят в Москву. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Наши новости. «Благоустроим родной город». Под таким девизом прошел сегодня в Барнауле общегородской субботник. В нем приняли участие свыше 35 тысяч человек, в том числе и наши коллеги, журналисты Сибирской медиагруппы, которые навели порядок в одном из городских парков совместно с депутатами разных политических партий. Праздником или повинностью стало для парламентариев участие в трудовой весенней акции, знает Валентина Аскерова. Вместо галстуков – повседневная одежда, в руках инвентарь, а настрой – боевой. Уборка барнаульского парка «Лесная сказка» началась в 10 утра. Провести ее приехали журналисты, известные общественники и депутаты края. Очень хорошо, что сегодня день начинается у нас в таком замечательном месте. В зоопарке, куда совсем скоро придут жители города со своими детьми. Очень много гостей посещает это место. Субботник – это очень старая, добрая, хорошая традиция. И я считаю, чем больше таких мероприятий, тем чище и приятнее будет жить в нашем городе. Идею организовать совместно с депутатами субботник предложило информагентство «Политсипру» после общения с директором парка «Лесная сказка». Сергей Писарев, будучи депутатом АКЗС, решил, что парламентариям будет не лишним поработать на благо родного края не только умственно, но и физически. Мы приводим в порядок наш город после зимней, так будем говорить, спячки, он просыпается. После субботника он всегда становится нарядным, ярким, красивым. Представители разных политических взглядов убирали дружной командой. За шутками и под музыкальное сопровождение не успели заметить, как собрали десятки мешков с мусором. Одно из любимых мест отдыха горожан заиграло новыми красками. Депутаты всех фракций объединились, на самом деле, несмотря на свои какие-то политические взгляды, предпочтения, все сегодня вышли и делают хорошее, благое дело. После уборки представители масс-медиа и депутаты высадили в парке несколько саженцев сосны от компании «Алтайлес»
и открыли новую летнюю горку, которую на днях в барнаульском зоопарке установила компания «Сибстройдвор». Испытать ее маленькие посетители парка смогут в ближайшее время. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Сегодня в календаре дат и событий День китайского языка. На нем говорят больше 2 миллиардов человек. Он считается одним из самых сложных языков в мире. Но почему все больше современных людей стремится его изучать? И что думают о родном китайском языке его носители, узнавала Елена Кузовкина. За коренными китайцами мы отправились, нет, не на китайский рынок, хотя там их предостаточно, а в политехнический вуз. Сегодня здесь по обмену учатся 103 представителя Поднебесной. Мэн Фань до того, как приехать в Россию, уже неплохо знала русский. Девушка хочет стать переводчиком, а вот китайский стала немного забывать. Да, да, когда мы общаемся с китайскими друзьями, я уже немножко забыла много выражений, как высказать свои мнения по-китайски, и очень устойчивые выражения уже немножко забыла. Это очень страшно. В России студентам из Китая приходится говорить в основном на русском. Иначе повысить уровень знания нашего языка не получится. А вот русский парень Максим Рубцов, он же руководитель Центра боевых искусств «Белый медведь», с удовольствием бы общался со своими учениками только на китайском. С 2008 года он начал изучать этот язык, ездил на стажировку в Китай. Сейчас уровень знания китайского у русского Максима выше среднего. Недавно ездил в Новосибирск для сдачи HSK, это уровень языка, подтверждение уровня языка. Вот, и третий уровень из 6 я сдал на третий уровень. То есть это, наверное, не каждый китаец способен сделать? Ну нет, для китайцев это нормальное дело, а вот для русских некоторых приходится попотеть. Китайский язык стал серьезно конкурировать с английским, говорит руководитель языковой школы Анжелика Мардини. И что любопытно, особый интерес сейчас проявляют родители. На курсы приводят детей, начиная с 6-летнего возраста. Китай рассматривается как один из вариантов, где можно будет учиться как в школе, так и в вузе. И, соответственно, работать в корпорациях, которые уже непосредственно на мировом рынке представляют себя. О том, что сегодня день китайского языка, студентка Ян Ли узнала только от нас. Обещала позвонить родным в Поднебесную и поздравить. Звучать это будет примерно так. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. И сегодня исполняется 30 лет первому и единственному факультету журналистики на Алтае. За эти годы на журфак выпало немало испытаний. Непростые 90-е, смена руководства вуза, переход от традиционных медиа, газеты и радио в глобальный мир интернета. В классическом вузе собираются студенты всех поколений факультета журналистики. И спустя годы они по-прежнему готовы 3 суток не спать ради нескольких строчек в газете. Привет, меня зовут Ксения Шубина, и я корреспондент информационного агентства ТАСС. Ну а впервые в роли радийщика я попробовала себя на радиоуниверситет. Было это очень давно, 23 года тому назад. Это будет нетрудно, это по любви. У многих выпускников журфака ЛТГУ сложились именно такие отношения с профессией. У факультета, открытого 30 лет назад, теперь другое имя – ФМК, ФИП. И все же журфак. Так привычно для более 1200 выпускников. Рождение факультета пришлось на драматичные 90-е годы. Его мамой до сих пор остается Валентина Мансурова, которая посвятила работе полвека. Вот если бы не было Валентина Дмитриевны Мансуровой, факультет открылся, может быть, через 10 лет, а может быть, еще позднее. Почему? Потому что она практик, которая реализовала себя в полной мере в «Алтайской правде», она работала в районных газетах. Сейчас у вас на глазах я съем кусок газеты. Выпускники алтайского журфака работают почти на всех континентах. За этим брусфером мы находимся в относительной безопасности. Но вон там, за перекрестком, остались наши коллеги. Сейчас их пытаются вывести под прикрытием брони. Направление журналистика остается одним из самых популярных в вузах Алтая. Ежегодно на одно место претендует более 10 человек. Преподаватели говорят, раньше студенты читали книги, теперь гаджеты. Да и мотивы в профессии у разных поколений не совпадают. Сейчас журналистику идут за долей славы. Раньше шли за романтикой. Что бы ни происходило на работе или в моей личной жизни, бывали самые разные ситуации. Именно работа меня, мне кажется, в какой-то степени не спасала. И вообще о выборе профессии я никогда не жалела. Ладно, я скажу, на журфаке самые красивые девушки. Самые красивые девушки на журфаке.
Ирина Корчагина, Николай Шелко. Наши новости. 250 библиотек края присоединились к ежегодной акции «Библионочь», которая проходит в данные минуты. Участники подготовили множество интересных программ и мастер-классов, например, по гончарному делу и ткачеству. В главной библиотеке края имени Шишкова все мероприятия посвятили своему дню рождения, 130-летию. Гостям вечера предложили окунуться в историю от царской до современной России. У вас еще есть возможность присоединиться к всероссийской акции. Практически все библиотеки края сегодня работают до 22 часов. Непрофессиональные актеры собрали полный зал на премьере совместного проекта журнала «Автограф» и театра мускомедии «Большая сцена». Этот спектакль стал четвертым детищем большого театрального проекта. Наши корреспонденты смогли не только посмотреть его, но и сыграть в нем. Подробнее в следующем сюжете. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Этот репортаж мы решили сделать на словах и эмоциях тех, кто сам побывал на премьере. Как в зрительном зале, так и на сцене. Итак, «Большая сцена 4» глазами артистов, режиссеров и, конечно, зрителей. Это просто взрыв какой-то. Вот, было очень интересно. Мне очень понравилось. И на следующую я советую идти. Тяжело было переживать, что ты ничем помочь уже не можешь. Потому что все, что ты мог, ты сделал. Но... опять же, все, что я там напридумывал, это не важно. Важно, как они это сыграли. Я просто удивилась. Все актеры, они в первый раз и такой, как бы, уже такая высота, такой уровень. Это очень было прекрасно и мне очень понравилось. Мы столько работали. И сегодня, как никогда, мы просто сыграли вот на ура. Все довольны друг другом. Вообще у нас такая команда, просто молодцы. Все друг друга поддержали. Они сегодня были на кураже. А за счет этого куража у них многие, так сказать, огрехи, те, что вот, ну, органично еще существуют, они как-то отодвинулись на второй план. Кто-то может быть более талантливый, кто-то нет, но максимально показывают то, на что они способны. И что им это очень нравится. Наверное, многим из своих друзей я бы желала того же. Я бы хотела, чтобы они пережили те же эмоции. В сверхзадаче этого проекта стоит такое большое, хорошее дело. И очень искреннее, очень теплое, очень светлое. Наверное, поэтому и проект такой получается жизнеутверждающий, хочется жить. Помимо заряда позитива и новых сценических навыков, артисты получили и сладкие сюрпризы от кондитерской студии Веры Никандровой. Ну а все зрители, купившие билеты на премьеру, тем самым помогли маленьким пациентам отделения онкогематологии. Ведь «Большая сцена» была, есть и будет благотворительной. До встречи в пятом сезоне. Артемий Панченко, Юлия Демидова, Николай Шелко и Павел Лауранин. Наши новости. И в завершение выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черника Форте Эвалар – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники, лютеина и омега-3. Черника Форте – для всей семьи. И даже детям с 3 лет. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории ясно, без осадков. Днем в Змеиногорске 13 градусов выше 0, плюс 15 в Алейске, Белокурихе и Заринске, около 19 тепла в Кулунде. В Барнауле ветер юго-западный порывистый, ночью 2 градуса выше 0, днем около 16 тепла. И на этом все новости. До встречи в эфире.